скажи. Ну-ка. Да нет, скажи что-нибудь. Что-нибудь? В общем, мы приехали домой. Папа говорит, что он себе все отрубил. Ты кого ловишь там? Кого ловишь? Если его поймать, можно загадать желание. Пушок! Я думала, мешок. Думаю, господи, какой мешок. В общем, ребят, мы приехали домой. Сейчас будем отдыхать, жарить петуха. И все это одновременно. Пойду-ка я проверю курешек. А я буду тебя снимать. Самокат-то положь на место. Они же кататься у бабушек собрались. А там Катя с Мишей. Давайте, выгружайтесь. Кофту, кофту, Катя. Мишину кофту. Да, сейчас. Дайте мне хотя бы пойти. Ой, нас Мася встречает. Мяу, говорит, мяу, пожрать дайте. Пойдем, Масянда. Побежали. Она по нам соскучилась. Сиренька, которую папа сегодня мне ободрал немножко. Да? Ты же ее обдирал? Да? Соседку. А че так? У него нет. Плющик нас растет, смотрите, ползет наверх, классно. Так, пойдемте проверим кошечек. О, собачули соскучились, тихо. Не так быстро. Джина, кидите на место, а. В общем, пошла я курешечек проверять. Наверное, их уже подзакрывать всех надо. В общем, Саша там топит тандыр. На улице уже вечереет. А дети никак не загоняются домой. Смотрите, Мишка там гуляет. Правда, прохладно? Я говорю, оденьте Мишку в кофту. Смотрите, качается на качелях, не хочет ни спать, ни отдыхать. А здесь у меня на грядках сидит Маруська. Гуляет наша Коша. О, вот так. Кать, холодно? И тебе не холодно? Моей кухне тепло. Куклу, главное, утеплила, понятно. Так, ну что, пойдемте посмотрим, что там Саша делает. Говорит, петух промариновался круто. Сейчас посмотрим, как промариновался наш петух. И скоро ли вообще... Короче, я уже хочу спать. Лизка, ты мне кофе обещала, помнится. Лизавет! Лизавет! Не смотри! Ты кофе обещала маме? Ну сделай, пожалуйста, иначе я усну раньше. Да, Лиза, я сделаю. Лиза! Дай, она оденет Мишу, а ты сделай кофе. Да, Миша, оденет. Ой, капец полный. Пожалуйста. О! Пожалуйста. Так, ну что, пташулик, не пора? Пожалуйста. Выключать. Ой, пожалуйста. Что я сказала? В общем, закрывать, конечно же, не выключать ни в коем случае. Их не выключишь. Вот видите, это мои тайные желания. Помоги мне, а. Ладно, я справилась. Почти. Все, я справилась, я молодец. А что она в ту сторону не делается? Ой. Ты хочешь это? Видео? Нет. Скажи, что с петухом? Что, там практически уже все прогорело. Так, надо включить еще розеточку. На гриле, Александр. Мы его вкусно. Чтобы его жизнь не была прожита зря. Куриная. 67-дневная. Так, что ты там топишь? Пойдемте смотреть. Во. Ой, а там уже все протопилось. Сегодня мы смотрим на угольки. Как тепло. Жара постояла, дрова опять сухие. Как все тепло. Кайф просто. Обожаю огонь. Угольки тоже обожаю. А ты? А Саша пофиг. Подо мной то можно. Смотрите, как красиво. Реально нету красиво. Лиза пошла кофе делать, я надеюсь. Показывай свою куклу утепленную. Катя гуляет с куклой. Это ты сама ей курточку сшила? Да. А это что, шарф? Да, Барби, типа. Сибирская версия. Это Monster High. А шарф что, на это типа на пуговица? Пуговица из ткани? Ну ты даешь. Вот так вот Катя делает одежду со своим куклом. А это вот, помнишь, я платьице тебе показывала? А, ну платьиц у тебя много. Да. Что, ты курей закрыл, да? Я хотела глянуть, что у них там. Пойдемте посмотрим. То я к ним потом же не зайду, наверное. Сейчас надо посмотреть, надо ли их кормить. Вот они, наши курешечки. Аж 3 клетки уже. Вот эти уже большенькие. А эти малыши, я их недавно пересадила. Ну как малыши, 22 дня?
Вот такие вот хорошенькие. Греются. Эти вон все в кучку сгрудились. Да, малыши мои? Холодно вам? Сейчас закроем вас, будете греться. Так, ну что у нас с кормом? Норм. Кормушки маленькие пока прицеплены. А это, смотрите, какие туши большие. Птичка. Слушайте, я, похоже, понавыбирала себе одних петухов. Вот здесь у меня есть еще курицы, а там в нижних. И вот в этой, похоже, одни петухи будут. Ну ладно, все, птицули тогда. А, у этих тоже еда есть. Все, до завтра хватит. Пока вам, спокойной ночи, птички. Честно вам скажу, на улице, конечно, холодновато. Может быть, я уже подустала просто. А, дети, смотрите, вот вообще. Хорошая у меня качелька. Катя, ты что, качаешься на детской качельке? Качай, Миша, ее, качай. Толкай ее. Спину толкай, вот так. Вот так. Вот так. Ой, о, господи, я чуть не упала. Вот так. Молодец, какой Мишутка. Катя, как тебе? Хорошо тебя Миша покатал? Но Миш, я обхожу. Тесновато. Тесновато? Катя! Лялечка! А Миша занял Катину качелю. Катя, лялечка, маленькая лялечка. Ой, Миша, она не поедет. Вот я тоже думаю, ты давай не поломай качелю Мишкина. Мишка, меняйся, забирай свою качелю у Кати. Я застрял. Ему это больше нравится. Мама. Кого? Кто хочет? О, он прямо до суда пахнет. Мама, его... мам, только мне. Не все запахи классные. Че? Больно. Папа, ты вообще не добрый. Ничего, смотри, как-нибудь так застрянешь в качели. Я домой пойду, можно? Нет. Ну, холодно. Иди одевайся. И у меня живот болит. Иди одевайся, вернешься к Мише, я сейчас уйду. Иди одевайся. Ну, холодно же. Ну, посиди с Мишей пока. А живот-то болит. От чего, суши переела? Нет. Я вроде бы съела сколько смогла. Ага, дофига ты съела. Ну, нормально. Дофига. Мишка качается. Мишка, ну-ка, свой диван. Давайте, меняйтесь. Молодцы. Миша на свою, Катя на свою. Бум. На голову упала палочка. Качайся давай. Ты мой хороший, давай. Ну-ка, качайся, быстро-быстро. Вот так ты качаешься. Раз, смотри, как Катя ножками делает, посмотри. У меня кукла. Ножки, смотри, Катя, покажи, как качаться ему. Ножки вытягивай, смотри. Опа, во как, ну-ка сделай так же. Давай, давай, ножки вытягивай. Давай. Ножки, о, давай, 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 учись качаться. Давай, смотри, как Катя умеет. Смотри, Миш. Все, мы собрались на вторую часть празднования. Не знаю, как насчет прямого эфира, но видео я там точно поснимаю. Вот взяла фонарик, буду подсвечивать, когда буду снимать не себя. Потому что там темно реально, там вообще темно уже, и у бабушек темно, и подсветки никакой там нет пока. Это дело мы еще не починили. В общем, выдвигаемся с петухом кушать салатик и тортик. Носки дайте, что вы орете? Так, дайте, пожалуйста, носки Мише. Сейчас мы заснимем, как девочки помогают. Катя, ну, пожалуйста. Как они хорошо себя ведут. Футболки они. Что? Не растет. Слепается. Кто? Слабенькая. Ага, слепается. Кошка? Ее заносит уже. Ее загрызает. Я ее чищу, но она не очищается. Ну, предлагай варианты. Ветеринар вот вести, он потравит правильно блок и все. Мне у ветеринара дали пудру. Сейчас я попробую ее перед уходом обработать. Короче, мы приехали. Сейчас я вам покажу. А такое ощущение, что тут все спят. Они нас не ждут. Что-то у меня вообще хреново светится. Да? И что не видно? Можно, загляни. Скажи, вы что, нас не ждете, что ли? Мы наконец-то пришли, а нас никто не встречает даже. Заходим. Ку-ку. Только, только написала вам смс-ку. Что написала? Что овощи для салата нарезали и ждем. А мы уже тут с петухом вместе. Сейчас. А я все-таки здесь буду снимать, потому что здесь появилась лампочка. Вы рады лампочке? Нет. Салат. Рады, но только я... Ух, ничего себе салату!
А, там внизу огурчики, сверху помидорчики. Вкусняшка. Вот там петух. Ну, петуха вы видели? Ладно. Венцо. Еще одно венцо. А это минералка, которую на море никто не пил. А это что? По-моему, это тоже вино. Или какой-нибудь морсик. Лучок. Вкусно. А Саша там уносит подарки. Двухгодовой запас скотча. В смысле, который клеится, а не который пьет. Я сказала двухгодовой запас скотча, а потом поняла, что после вина это звучит как про выпивку. А, да. Ну что, загрузил? Загрузил. Давайте кушать. Давайте что, тарелки. Наташа, только, камера только тебя распознает и квадратик на тебе рисует. Вот так вот. Всех остальных не видит. Пока, посмотри на меня. Глазками блестит. Наконец-то увидела. А то ты... ты скажи, это, моё, это да? Что? Это алкоголь. Это вино. А, это тоже белое вино. А мне что? Красное. А я за рулем. А, тогда минералка. Очень смешно, я минералку не пью. У тебя где-то в машине. Давай, тащи мою... Хочешь пиво? Потом будешь оправдываться, что ты кружечку только выпил. Если я выпью кружечку, то они поползут. Я их не довезу. Где мой сладкий? Ай, как вкусно! Смотрите, что кушает Миша. Ай, как вкусно, да? Скажи, вкусно! Ням-ням! Торт! Ай, как вкусно! Это мамин праздничный торт. А, со старым петушком? Все кушают. А я думала, мне показалось, я вот все кушают. Почему? Наглядно. Она, видать, в холодильнике, что ли, как-то неудачно было. Че? Че? Сломал ногу. Да, запашок-то шел. Че? Нога. Торт разделился ровно на 8 частей, потому что поэтому я себе беру сейчас кусок. Странно. Может, она странно, как-то неудачно. Все вместе же было. Чуть-чуть. Я что тебя поймала. Говорит, капельку. Ой, конечно. Ням-нямка. Аж сюда пищит. Ну все, ребят, мы уже дома. И день рождения закончился, день закончился. Сейчас будем ложиться спать, готовиться к завтрашнему походу девочек в школу. Ау. Я плеер забыла. Позвони бабушке и скажи, чтобы она тебе прибрала, завтра отдаст. Так, все позабывали, Лиза забыла у бабушки ключи от дома, представляете? Катя забыла плеер, все позабывали. Сейчас будем звонить бабушкам и готовиться ко сну. Всем, кто ложится спать, спокойной ночи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и увидимся завтра в следующем ролике на канале Веселая Семейка. Пока-пока!